родился Богом, блядь. Просто осознал я это. Осознал я это не сразу, блядь. Месяца два назад я это осознал, блядь. А летом у меня начал пробуждаться монстр, блядь. Я нахуй всех начал, блядь, ненавидеть, блядь, конкретно. Я всегда нахуй всех ненавидел, блядь. Но я еще больше нахуй начал ненавидеть, блядь. А может, то, тебе... И не смей нахуй мне приписывать свои, блядь, психологические, блядь, экстрасенсорные хуйни, блядь. Я не долбоёб, нахуй. Я не этот еблан, блядь. Кто это? А? Кто это, этот еблан? Я не эти ебланы, блядь, которым вы приписываете вот это вот, блядь. Своё субъективное мнение, блядь. А вот ты сказал, два месяца назад осознал, что ты Бог, да? Там, да, там... осознал, что я Бог, кто, блядь. Может, кто-то тебе сказал об этом? Нет, никто не говорил, блядь, я сам осознал, нахуй. Давай. Я впервые это сказал своей маме, блядь. У меня мамы нет, я её Найлёй просто называю, блядь. Она мне не мать, блядь, у меня нету родителей, нету ни матери, блядь. Я вас всех, нахуй, ненавижу, блядь. Ты отчим, что ли? А? Отчим? Отчим? Или у меня нету отчима, блядь. Ну, а свои же родители, которые... Ну, мать, которая тебя родила? Да. Да, или зовут, да? Это не мать, блядь. Ну, у меня нету матери, я все, от всех них отказался, блядь. Ну, женщина, они все это прекрасно знают, я никогда, я, блядь, не называл ни мама, ни папа, блядь. А у тебя братишки есть? Сестрёнка, братишки? Брат. Я тут одна Иля, это женщина, которая тебя родила же? Да. Ну, биологическая мать же получается? Да.